специально сегодня в Комитете госбезопасности попросил, чтобы они мне последний документ, который мне пришел, я просто им хочу зачитать выдержки некоторые о том, что происходит вокруг Беларуси в одиночке. Ну, в основном поляки. Премьер. Будущее Беларуси принципиально для Польши. Вы слушайте внимательно, это оригинал. Западные территории Беларуси исторически принадлежат Польше. В Беларуси живет много поляков. Они находятся под жутким давлением режима Лукашенко. Польша отвечает за их безопасность. Далее. Варшава предприняла множество конкретных шагов для помощи белорусской революции. Финансовая поддержка через польские и польско-американские программы солидарности с жертвами режима Лукашенко, приглашение белорусских студентов, упрощение правил пересечения границы, поддержка независимых СМИ и НПО. Дальше, он же, НАТО должно учредить специальные силы безопасности в составе армий стран Балтии и Польши. Эти силы могут быть задействованы, если белорусское государство продолжит применять силу. Далее, он же, победа революции в Беларуси, также национальный интерес Польши. Следующий документ. Очень интересный вот этот разговор. Он произошел 31 августа. Время для прямых переговоров между режимом и оппозицией еще не пришло. Режим Лукашенко еще слишком сплочен. Армия и КГБ поддерживают его. Рабочие вообще не поддерживают никакой революции. Сейчас мы должны ждать и следовать развитию событий. Польша предлагает создать ситуацию в Беларуси, когда люди будут голодны, когда они не смогут приобрести основные товары, так как магазины будут пусты. Мы должны убедить Турцию, Грецию, Азербайджан, Армению не экспортировать продовольствие из-за опасности коронавируса. Далее, здесь же, мы предложили создать оперативную группу в Варшаве для отслеживания белорусских событий, подготовки рекомендаций для руководителей стран ЕС. Оперативную группу может возглавить руководитель в ранге посла. Мы надеемся включить в нее дипломатов, военных и специалистов в области разведки. Конец августа, сентябрь месяц 2020 года. Еще, это уже середина сентября, польское правительство не считает возможным изменение режима Лукашенко прямо сейчас с использованием военных сил. Однако надо быть готовым к этому сценарию. В любом случае мы должны решить две проблемы. Первое. Мы должны подготовиться к военному решению проблемы. Мы должны запустить соответствующие механизмы, которые необходимы для этого решения. Вторая проблема, кроме военного вмешательства. Мы должны продемонстрировать России, что мы против использования ею любых вооруженных либо парамилитарных структур в Беларуси. Очень интересно, в конце сентября в Праге один из беглых, Латушка, в разговоре с одним из министров иностранных дел, скажу прямо, Чехии, заявил следующее, цитата, «У демократической оппозиции никогда не было таких хороших шансов свергнуть диктатуру в Беларуси, как сейчас. Есть координационный совет оппозиции. Международное сообщество поддерживает изменения в Беларуси. Возможности России ограничены. Нам необходимо международное признание Координационного совета. Координационный совет полагает, что главная цель состоит в том, чтобы изолировать процесс конституционной реформы, предложенной Лукашенко и поддержанной Путиным. Никакая конституция им не нужна. Никакие конституционные преобразования им не нужны. Потому что если мы примем новую конституцию, там будет рассредоточение власти. А им нужен президент с нынешней властью. Дальше Латушка. Координационный совет считает, что военное решение проблемы должно быть. Этой возможностью пренебрегать нельзя. Координационный совет рассматривает Россию как агрессора, выступает за независимость, суверенитет, территориальную целостность Беларуси, поддерживает идею создания союза Польши, стран Балтии и Беларуси. Октябрь месяц.
тот же премьер. В Польше сложная политическая ситуация. COVID-19 также означает большие экономические проблемы для Польши. Правительство нуждается в альтернативных решениях. Необходимо использовать революцию в Беларуси в своих интересах. Если Путин хочет нормализовать отношения с Западом, он должен сдать Лукашенко. Цинизм полный. Ноябрь месяц. Интересна позиция украинцев. Кулеба заявил главе МИД Германии, цитата, «Мы теряем наши возможности, не предпринимая решительных мер в Беларуси. Евросоюзу следует ввести серьезнейшие санкции против Беларуси, чтобы парализовать деятельность государства и бизнеса, и производства». Им-то что надо? Мы же всегда, даже россияне на меня всегда обижались. Но почему ты украинцев поддерживаешь? Ну вот, вот в благодарность за наши отношения. Но цинизм какой? Опаздываем, надо быстрее удушить Беларусь. Ну и еще, это было как раз в канун выборов в Молдове. Это министр иностранных дел ЕС. Один из них выступает. Мы планируем вытеснить Россию из Украины и Молдовы. Будем способствовать интеграции этих стран в НАТО, возможно, даже в рамках Восточного партнерства. Далее, в России, это уже американец на этом заседании, мы хотим ускорить процесс дезинтеграции в России. Местные власти должны получить больше полномочий. Центральная власть должна быть ограничена. Мы будем поддерживать внутренний конфликт в российском обществе. Текущее руководство России может потерять власть из-за событий в Беларуси, там же. Наша задача не может состоять в быстром решении белорусской проблемы. Мы заинтересованы в кризисе, который также подорвет позиции России. Стратегический интерес Запада – создание прозападного режима в России. «Белорусский случай» в кавычках может служить в качестве одного из элементов в этой стратегии. Правительство Евросоюза считает, что сейчас у нас имеется исторический шанс остановить российское влияние. Вот в чем главный смысл. И мы – барьер на этом пути. У нас должны потренироваться. Мне передали один разговор одного из лидеров крупной страны Евросоюза, не буду называть, вам зачитаю, что, как он оценивает. Беларусь проводит правильную политику, сохраняя свою экономику в руках белорусского государства. Беларусь не существовала бы без сильного государственного устройства. Мы реализуем, страну называют, свой национальный путь развития на основе государственных компаний и банков. Президент Лукашенко правильно понимает, что в руководстве должно быть единство, должен быть четкий контроль управления силовым блоком. Мы должны учиться на опыте Беларуси. У нас должна быть сильная идеологическая основа. Мы должны быть готовы каждый раз меняться, понимая изменения в обществе, приход новых поколений. Нам нужны сильные национальные государства. Мы должны ограничить прибыль большого капитала и дать людям больше, чтобы предотвратить драматические социальные изменения, чтобы не было социальных конфликтов. Вот, пожалуйста, чем мы не похожи на вот то, что заявляют. Я это вам специально прочитал, чтобы вы поняли мое настроение и мои действия. На западных границах Беларуси ляскают гусеницы танков. Все мы хотим суверенитета и независимости, но независимость очень дорогая штука. Если белорусский народ готов удерживать эту независимость, бороться за нее, чего бы нам ни стоило, давайте будем бороться, чтобы в очередной раз нас снова не отбрасывали и не одевали в лапти, и не отправляли запряженными в телегу под плетку. Вот весь вопрос и мое настроение как человека. Отсюда мои действия.